Ну что можно сказать еще? Гуляем по запретному городу. Я бы не сказал, что здесь адски интересно, просто очень много красивых зданий. Вот. Аудиогид, слава богу, не дает скучать, говорит всякую интересную информацию. Вот. Вот так еще вот. Называют павильоном. По сути, такой большой-большой перечень огромных энциклопедических знаний об этом месте. Так вот. Куча иностранцев. Конечно, европейцев, да, здесь уже больше, чем где-либо, но китайских туристов внутренних, конечно, дикое количество, просто дикое. Вот. И видно, что это не просто китайцы, а еще и Тайвань, и, в общем, из Азии все сюда съезжаются. Русских пока видно не было. Вот так вот. Че, мнение, впечатление? Вообще не впечатляет.